Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности детских библиотек. Нет сомнений, библиотекам необходимо сохранять в своих фондах источники краеведческой информации и активно стимулировать интерес читателей к краеведению. В то же время в этой работе достаточно проблем. Главное – это практически полное отсутствие детской краеведческой литературы. Так у нас в наших фондах о татарском районе. И приходит в своей работе с детьми, использовать материалы для взрослых, написанные сухо и неинтересно, и это отторгает детей от краеведения. Приходится адаптировать материал. И вот мы решили в год 90-летия татарского района в 2015 году разработать проект по созданию детского краеведческого материала. Так появился проект «Азбука юного жителя татарского района». В 2015 году все библиотеки города и района работали по этому проекту. Проект был реализован с января по август 2015 года. Участниками стали обучающиеся 2-9 классов школ города Татарска и Татарского района. Но задачи и цели этого проекта такие же, как и в любой работе по краеведению библиотеки, поэтому озвучивать я их не буду. Положение проекта было разработано приложение, по которому предлагались темы для конкурсов, расположенные в алфавитном порядке. В течение работы они, конечно, были дополнены, переработаны. Так, например, на букву А был аэродром. Но материала дети на эту тему нашли очень мало. В годы войны у нас был в Татарске такой. И поэтому эта тема была удалена. Чтобы все темы были охвачены, пришлось даже раздавать по библиотекам материал. Например, городская детская библиотека обязательно нужно было сделать доклад о вокзале. В рамках проекта были проведены конкурс рисунков «Сердцу милые места» и литературный конкурс с алфавитом по татарскому району. Из этих работ были отобраны лучшие, и работы 66 детей стали основой сборника. Итогом проекта стал вот такой сборник «Азбука юного жителя татарского района», в который вошли работы всех победителей. Весь материал расположен по алфавиту. Это рисунки и доклады о селе, городе, о известных людях района, о героях Советского Союза и почетных гражданах татарского района, о самых известных местах города и района. Есть одно вступление, это буква «Я». Здесь фотографии тех, чьи работы вошли в сборник. 28 августа в Центральной библиотеке прошло торжественное награждение победителей районных конкурсов, посвященных 90-летию Татарского района, и победителей проекта «Азбука юного жителя Татарского района». Этот сборник получил на память каждый из победителей. Также все библиотеки ЦБС получили по экземпляру сборника, который позволит читателям библиотек изучать историю Татарского района. Материалы также могут быть использованы на уроках краеведения в качестве иллюстративного и наглядного материала. В январе 2016 года на 3-м районном фестивале конкурса общественных инициатив Татарского района в номинации «Лучший проект возрождения и сохранения историко-культурного наследия Татарского района» наш проект занял 1-е место. К 90-летию Татарского района и в рамках года литературы прошли акции «Литературные улицы города Татарска». Мы путешествовали по улицам города, которые названы именами писателей и поэтов. Первой улицей нашего путешествия стала улица Ершова, автор известной сказки «Конек Горбунок». Участники акции, читатели библиотеки, еще раз прочитали эту сказку, приготовили по ней кроссворд, отгадать который и предложили жителям улицы. Почти все встречающиеся, естественно, знали, в честь кого названа эта улица, и саму сказку, и поэтому с удовольствием отвечали на вопросы кроссворда. На память каждый из участников получил закладку. Второй улицей нашего путешествия стала улица Пушкина. Эта акция была приурочена к Пушкинскому дню России. Имя Александра Сергеевича известно каждому жителю нашего города, и поэтому наши участники не только смогли ответить на вопрос, кто такой Александр Сергеевич Пушкин, но и прочитать отрывки из его стихов или сказки. Жителям улицы, участникам акции предлагались викторины, ответ на которые нужно было найти в нашей волшебной коробке, и опрос «Лукоморья дуб зеленый». Нужно было украсить дуб желудями с именами пушкинских героев. Также каждый участник на память получил закладку. Третьей улицей стала улица Чехова. Почти все жители знали, что Чехов писатель, но затруднились названием его произведений. Участники акции предлагали встречающим отгадать ребус, ответить на вопросы викторины и вспомнить героев чеховских произведений. Также на память
каждый получил зарплату. К 90-летию Тагайского района прошел конкурс любительских фоторабот «Я правильно знаю Россию». По временам года «Зимняя сказка», «Весна природы пробуждения», «Лето красное и красное», «Осенняя пора», «Очей очарование». Все работы размещались на сайте татарской ЦБС и в нашей библиотеке вот на таком стенде «Уголок России, Татарский район». Специально для этого мы сделали на стене дерево, а на кроне из поролона и разместили эти фотографии. Еще в 2010 году мы выиграли областные и районные гранты в конкурсе социально значимых проектов с темой «Помним их поименно» на создание книги памяти Татарского района. Было издано всего 20 экземпляров. И вот теперь мы стараемся знакомить не только наших читателей, но и жителей города с книгой памяти. Для этого проводим самые различные мероприятия – литература, музыкальные композиции, часы памяти. Второй год подряд, в преддверии Дня Победы, читатели нашей библиотеки проходят с акцией «Солдатский треугольник» по улицам города Татарска. Они рассказывают жителям, почему солдатские письма складывали в форме треугольника и вручают солдатский треугольник с военным стихотворением. Показывают книгу памяти и предлагают найти краткую справку о своем родственнике. 8 февраля 2013 года в детской районной библиотеке впервые состоялась встреча с нашей местной писательницей Людмилой Дмитриевной Кравчук, автором сказки «Девочка и Соня». К сожалению, в нашем татарском районе Людмила Дмитриевна единственная, кто написала произведение для детей. И участнице четвертых классов было предложено придумать свою концовку сказки. Итогом встречи стал сборник сочинений «Девочка в стране снов» и ее сказочных приключений. Эти встречи стали традиционными. И в 2015 году наша читательница Бережинская Милана приняла участие в читательском марафоне «Сибирская книга. Новое прочтение», где предложила свое продолжение сказки. 2016 год – это год 105-летия города Татарска. И наша районная детская библиотека объявила вот такой литературно-творческий конкурс «Символ родного города». У города Татарска в преддверии 100-летнего юбилея появились свои официальные символы – флаг и герб. А в преддверии 105-летнего юбилея мы предлагаем придумать неофициальный символ города. Это может быть животное или птица, архитектурное сооружение или литературный герой. Задача участников придумать и разработать оригинальный и интересный символ, чтобы он наиболее полно отражал представление о нашем городе. Конкурс продолжается до конца года, поэтому работы поступают. В читательном зале у нас появилась новая игра «Кубики». Игра и читай, город свой познавай. Наши читатели собирают из кубиков виды Татарска, и самые любознательные могут ответить на вопросы из указателя, которые в кубиках прилагаются. Большое спасибо вам, коллеги. Идею акции «Литературный пули», «Солдатский треугольник» и эти игру «Кубику» мы взяли на предыдущих фестивалях. Для того, чтобы наши читатели показали себя истинными краеведами, мы разрабатываем индивидуальные компьютерные игры. Игра «Викторина. Край мой гордость моя» посвящена Новосибирской области и рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста. 6 тем, каждая тема по 8 вопросов. Краеведческая игра «Татарский район. Родина моя» также для среднего и старшего школьного возраста. Итогом этой игры должна стать вот такая открытая карта Татарского района. Краеведческий турнир «Я в этом городе живу, я этот город знаю» также для среднего и старшего школьного возраста посвящена 105-летию нашего города. Здесь уже итог отображается на таком последнем слайде. За каждый правильный ответ команда получает звездочку. Издательская деятельность нашей библиотеки, как и всех других библиотек, я думаю, самая разнообразная. Это и буклеты, и закладки, и рекомендательные указатели. С каждым годом мы стараемся добавлять новые. Вот в этом году у нас добавились такие. Ну, итогом всей нашей краеведческой работы мы считаем такие, что издан все-таки наш сборник, этот азбука юного жителя Татарского района. Встречи с Людмилой Дмитриевной Крачук, нашим местным писателем, проходят не только уже в стенах нашей библиотеки, но и сами учителя приглашают ее в свою школьную аудиторию. И в школе номер 4 у нас организован краеведческий кружок «Краевед», с участниками которого мы активно сотрудничаем. Спасибо за внимание.